С начала учебного года в школах Ленинского городского округа проходят встречи со священнослужителями, на которых обсуждаются различные жизненные вопросы. Целевая аудитория этого проекта – это старшеклассники, это 10 класс, 10-й, 11 класс. Ну, потому что вопросы уже такие более сложные затрагиваются в этом проекте, обсуждаются темы такие, ну, на более таком глубоком, серьезном уровне. Очередную встречу в рамках просветительского проекта «Диалог со священником» провел архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий. Старшеклассники Видновского художественно-технического лицея узнали о христианском понимании свободы человека и о роли нравственного внутреннего закона в жизни людей. Свобода человека, ну, это, наверное, самое главное право человека в жизни. Потому что, руководствуясь этим правом, мы реализуем, наверное, какие-то свои потребности и развиваемся, движемся вперед. В ходе беседы ребята активно задавали вопросы. Десятиклассница Дарья Родителева поинтересовалась у владыки, что для него значит само понятие «свобода». В такой встрече я узнала от нашего классного руководителя. Она рассказала всем нам. А решила я прийти сюда, потому что думаю, что мне будет достаточно интересно узнать о мнении других людей, более, скажем так, старших, важных для нашей земли, о том, что такое свобода, и поговорить вообще на эту тему. Многие лицеисты признавались, что впервые посещают подобные мероприятия. Мне будет интересно послушать лекции. Узнать что-то новое для себя. Что такое истинная свобода, как распознать ее границы в современном мире и возможно ли обрести уверенность благодаря знаниям? Эти и другие вопросы учащиеся смогли обсудить с архиепископом в рамках встречи. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.